ваши места в этом замечательном здании, в этом уникальном атмосферном пространстве Центрального дома ученых, излюбленном месте наших декабрьских встреч. Наверное, уже больше 10 лет продолжается традиция, когда Ирина Крутова в канун Нового года счастлива поделиться теплом своей души с друзьями, со зрителями, со слушателями, которые умеют слушать и слышать. Мы рады, что вы пришли сегодня в этот зал. Спасибо вам. Сегодняшняя программа называется «Загадай желание». И это действительно то предновогоднее ощущение, с которым, что бы ни происходило вокруг, мы подходим в эту декабрьскую пору к рубежу и каждый раз с надеждой открываем новый листок на календаре. И, наверное, в этом есть большая правда жизни и смысл. Но чтобы в это состояние войти, надо, чтобы внутри все было в порядке, чтобы душа пела, а телефоны на концерте не били. Пожалуйста, переведите беззвучный режим. Чтобы была вера, что бы ни происходило вокруг, все будет хорошо. И есть такие песни, которые и жить помогают. Есть романсы, которые помогают открыть в себе красоту своей души. И увидеть, что мир вокруг прекрасен. Ведь красота в глазах смотрящего, от того, как ты смотришь на этот мир, каким ты его воспринимаешь, таким он, в общем-то, и является. И сегодняшняя программа – это мелодии души Ирины Крутовой, романс, песни, музыка, кино, которые и ее, и, я надеюсь, и вас переместят вот в это состояние предновогоднего чуда. И сегодня, на самом деле, еще один знаменательный день, и я поздравляю всех православных с днем Николая Чудотворца. Это наш небесный заступник, и к нему также можно обращать просьбу, желание, и, говорят, это помогает. Поэтому настройтесь на хороший романтичный лад, чтобы струны вашей души звучали в унисон с той музыкой, которая будет звучать сегодня с этой сцены. А мы готовимся начинать программу Ирины Крутовой «Загадай желание». И я хочу, чтобы вы поприветствовали главную героиню сегодняшнего мероприятия, певицу, которая вот уже, наверное, более 2 десятилетий выступает на самых разных сценах. Но какие бы ни были площадки, от подводных лодок до там, закрытых маленьких городов или Кремлевского дворца, одной традиции она не изменяет. В декабре встречаться с друзьями в Центральном доме ученых. Ирина Крутова! Yeah.
тобой, любимый, я дышком прошла. Теперь
была, убрала, проложаю, убрала. А теперь пойду лагру да прохрала, лагру на гру. А теперь пойду лагру да прохрала, лагру на гру. Говорите, говорите.
Ах,
Такой изящный, фееричный.
Thank you.
разговоры напрасно молчат, сломая слово. Thank you.
взгляды звезд. Мне не спать уже все равно. Сберегу от бури, от гроз дом, в котором твоем окно. А вокруг ни машин, ни домов, только ветры снег. В самом центре Москвы не засну. Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет.
снег тебе. Должен ты лишь одно знать.
Мне подарила тебя,
Спасибо.
Высоко мне вызрел, смотрел.
Давайте с вами будем всерьез, не для игры, ко всем зверям и людям добры, добры, добры. Будьте добры, это вам горит Новый год. Будьте добры, только к доброму радость придет. Будьте добры, пусть зажгутся веселые огни. Будьте добры, ну, пожалуйста, будьте добры, чтоб стал наш мир похожим на яблони цвету. Дари, дари прохожим тепло и доброту. Будьте добры, и когда обойдет вас беда, будьте добры, в Новый год и потом, и всегда. Будьте добры, здравствуй, утро счастливой поры. Будьте добры, я вас очень прошу, но, пожалуйста, будьте добры. Пожалуйста, будьте добры.
Дмитрия Дубрава. Ирина Трудова. Thank you.